Всем привет! Сегодня я проведу обзор трамвая из Лего, то есть трамвай города мастеров. У меня этот трамвай уже давно, и на данный момент в нем не хватает много деталей. И сломана одна тележка. Вот так выглядит данный вагон, только тут надо еще достроить окна. Сцепка у него бутафорская, то есть не на магните. Но, как видите, можно сцепить механически с помощью деталей. В настоящем Лего сцепки вот так магнитятся. Как вы видите, вынос спереда намного больше, чем вынос зада. Поэтому, если сцепить, то будет ездить только по прямой. Вот так вот открывается дверь. Также тут была дверь. И был пантограф, который, к сожалению, я вам показать не могу. Спасибо за просмотр.